23-24 сентября в Минусинском районе прошла юбилейная 10-я спартакиада советов муниципальных образований Красноярского края, в которой приняла участие команда Курагинского района. На базе санатория «Солнечный» в селе Тесь собрались более 200 сотрудников органов местного самоуправления, а также глав городов и районов пяти групп территорий – север, юг, запад, восток и центр. На открытии спартакиады участников приветствовали министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, начальник управления губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Сергей Чистов и исполнительный директор Совета муниципальных образований Александр Коновальцев. Открытие спартакиады состоялось в торжественной обстановке. Участников команд приветствовали кадеты Минусинского кадетского корпуса, учащиеся школ города Минусинска, юные спортсмены и хореографический коллектив «Данс-класс». На правах принимающей стороны глава города и президент Ассоциации глав местного самоуправления «Юг» Дмитрий Меркулов пожелал командам удачи и побед как в личном, так и в командных первенствах. Принимая участие в спортивных мероприятиях, главы муниципальных образований Курагинского района подают хороший пример населению. И не столь важно, кто одержит победу в этих соревнованиях. Важно, что подобные мероприятия формируют положительное отношение к спорту. Хотя победы у наших глав тоже есть. Команде «Южан» удалось завоевать первое место в легкой атлетике. И в состав команды входил глава Курского сельсовета Владимир Третьяк. Абсолютным победителем по итогам соревнований стала команда западной группы районов Красноярского края.